Вырастить в домашних условиях полезную клюкву сложно. Нужно создать ей необходимые условия. Для клюквы самым удачным местом будут поля у леса. В таком месте можно создать бизнес по выращиванию ягоды. Необходимо заняться землей, посадочным материалом и организацией сбыта. Полезная клюква не требует особого ухода. Плодоносит она 50 лет. Ее делят по величине ягод и срокам созревания. Лучшими сортами считаются Алая Заповедная, Краса Севера, Франклин. Двухлетние саженцы следует приобретать в питомнике. Их высаживают на грядки по 9 саженцев на метр квадратный. Всего потребуется 18 900 саженцев. Площадь посадок – 2100 квадратных метров. Оптовая цена саженца – доллар. Клюква хорошо принимается на лесной почве рядом с водоемом. Любит грунтовые воды. Ей нужна хорошая освещенность, кислотность от 3 до 5 pH. Вспашка и завоз почвы будут стоить 600 долларов. Саженцы высаживают в апреле-мае. Подготовка грядок осуществляется в августе-сентябре. Уход за клюквой включает полив, подкормки и профилактику, мульчирование и прополку, обрезку. Для качественного опыления бизнес совмещают с пчеловодством. Помощников нанимают для сбора урожая. Установка капельного полива обойдется в 1000 долларов. Ежегодные затраты включают электроэнергию – 300 долларов, удобрения – 160, зарплату рабочему – 160, тару – 130 долларов. Сбывать ягоду лучше сразу. Ее предлагают перекупщикам и магазинам, рекламируют в соцсетях. Можно создать собственное производство варенья и напитков. Пик урожайности начнется с 2004 года. С 2100 квадратных метров можно собрать 3150 литров. 1 литр стоит 3 доллара. Доход составит 8700 долларов. Кроме ягоды можно реализовать саженцы. Чистая прибыль 7000 долларов. Окупится бизнес на 7-й год, его рентабельность 80%. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.